Юбилейная «Уральская ночь музыки» пройдет на 120 площадках. Ее бюджет составит около 100 миллионов рублей. По словам организатора фестиваля, особым подарком для уральцев станет исполнение гимна, посвященного Екатеринбургу. Город станет такой большой концертной программой и площадкой для исполнителей разных жанров и стилей. Музыка зазвучит более чем на 100 площадках. Это парки, скверы, бары, рестораны, театры, музеи, культурные учреждения города и области всегда радостно ждут это событие. В этом году масштабный open-air пройдет в 10-й раз. В оргкомитет фестиваля поступило больше 2000 заявок от музыкантов. Хедлайнерами «Ночи музыки» станут лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец, участник «Виа Синяя птица» Александр Дроздов и бывший солист группы «Ласковый май» Сергей Серков. Фестиваль стартует 28 июля. Кстати, послушать легендарную песню «Луч солнца золотого» вновь можно будет на основной площадке фестиваля Октябрьской площади. В прошлом году из-за ремонта она была закрыта. Фестиваль перерос уже и наши какие-то даже самые смелые мечты за эти 10 лет. И только из культурного события он стал социальным событием, что накладывает, конечно, громадную ответственность.